59-летняя Лариса Бузеева счастлива в браке почти 20 лет. Третий муж актрисы Игорь Бухаров занимается ресторанным бизнесом и давно знаком со знаменитостью. Несмотря на возникающие слухи и ссоры, пара живет в целом мирно. Хотя ведущая передачи «Давай поженимся» не скрывает, что иногда между ней и супругом возникают конфликты. Бузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем. Речь телеведущая изобиловала нецензурными словами. В итоге история актрисы не попала в передачу, но отрывок опубликовали в Инстаграм. По словам актрисы, ее супруг несколько дней назад был в командировке. Когда Лариса Бузеева позвонила ему, она заметила, что супруг отвечает подозрительно лаконично. Актриса пыталась заставить его сказать фразу «Я тебя люблю», но Бухаров не исполнил просьбу. Разъяренная ведущая ждала объяснений от мужа. Супруг разозлился и объяснил, что он не может подробно говорить о своих чувствах при других людях, ведь он большой седой мужик. По мнению Игоря Бухарова, со стороны это выглядело бы нелепо. Бунтарская натура Ларисы Бузеевой провела ее через три брака. Первый брак длился 7 лет с ассистентом режиссера Ильей, который в 1991 году скончался от передозировки наркотиками. Вторым мужем телеведущей стал актер Каха Талардава. От него Бузеева родила первого сына Георгия, но через несколько лет совместной жизни супруги расстались. Игорь Бухаров стал третьим избранником актрисы, который поддерживал ее в трудные времена. Вместе они воспитали дочь Ольгу.